Всем привет, с вами снова Максович. Мы продолжаем проходить метро Сталина «Смерть вождя». У нас следующая глава. Поехали. Так, я так полагаю, наша задача охранять Глеба, да? Блин, как-то неплохо так стреляют. СКС-очка здесь как раз в тему. Хотя можно даже, наверное, калаш взять. Дистанции вроде не особо большие. Так, Глеб, давай. Пропихивайся сквозь стену. Где он? Где он? А, ты здесь. Глеб, давай, давай, давай. Ты же можешь прям сквозь стену. Я знаю. Ты можешь. Оп. Ладно, пошли потихонечку. А, пока он там ковыляет, я сейчас быстренько тут расстреляю всех. Да, кстати, может быть, все-таки калаш здесь будет эффективней. Дистанции-то небольшие, в принципе. Так, Глеба нельзя оставлять одного. Иначе за ним сразу кто-нибудь спаунится и расстреливает его. Так, так, так. А мы тем временем все-таки возьмем калашик. Попробуем. Может быть, это будет эффективнее. Давай, Глеб, за мной куда-нибудь. Спрятать бы его где-нибудь, чтобы он просто постоял тупо. А я бы пока всех расстрелял бы здесь, побегал. Так, это все? По-моему, больше нет. Да, больше нет аптечек. Ну давай, Глеб, уже, давай, давай. Что ж ты такой медленный-то? В общем, ждем Глеба. Дернем сейчас дверь. Это вторая попытка прохождения этой миссии. Как раз на этом месте я встрял, потому что здесь такая толпа выбегает. И как-то надо обороняться. Так, давай, 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 давай. Кто-то уже стреляет. Где-то кто-то. Где? Не понимаю, либо это... Так, дернули дверь. Так, ну... Неплохо. С учетом того, что мы сейчас, если мы подберем аптечек, то будет очень даже неплохо. Открылась дверь. Так, главное Глеба одного не оставлять. И будет все шикарно. А, здесь дверь по-прежнему закрыта. И нам придется идти в обход, я так полагаю, да? Ну давай. Ковыляй потихонечку. Плохо, что его одного нельзя оставлять. Обязательно кто-нибудь заспаунится. А так-то, в принципе, миссия была вообще бы легкая. Пока он там ковыляет, мы бы быстренько здесь пробежали, все зачистили и, собственно, путь был бы уже свободен. Но не так все просто, как хотелось бы, да? Давай, Глеб, заходи, заходи быстрее, пока там никто опять не появился. Сейчас давайте посмотрим, а то есть вероятность. И дверь закроем нафиг. Вот так вот, надеюсь, это немного хотя бы поможет. У тебя огоньку не будет? Будет, только не хрен отвлекаться. Стрельбу слышал? Да небось положили шпионка. Если бы положили, уж нам сказали бы. Так молчат. Тихо! Слышишь? Идет кто-то. Так, замечательно.
давай, Глеб, ну давай уже, ё-моё, какой же ты... Куда ты пополз, блин? Камикадзе. Я не знаю, может быть, нам сюда, конечно, не надо. Сейчас я быстренько разведаю. Нельзя же Глеба надолго оставлять одного. Обязательно какая-нибудь скотина его... Так, заходи. Так, я понял, там нужно пройти, значит, через среднюю дверь в другой отсек, да? В смысле, не отсек, но, в общем... Да, куда-то сюда. Дверь не закрывается, ладно. Где ж народ-то весь? Ага, кто-то вроде зашевелился. Так, Глеб, ты как живой? Все, давай, 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 давай. Честно сказать, вот не люблю такие миссии, где кого-то надо вести. Вот это все долго, тягомотно. Кстати, давайте сохранимся. Сохранимся, точно, точно. Так. Дубль 2, так скажем. Или 3 уже, неважно какой. В общем, поехали. Патроны у нас кончаются к калашу. Странно, обычно всегда их в достатке, а здесь как-то... Вот засранец, а я его чуть не пропустил. Интересно, интересно. Я же только что прошел здесь, откуда они взялись? В общем, они спаунятся как хотят. Каким-то загадочным, неизвестным мне способом и методом. И логикой. Так, отлично. Глеб, ты где там? Его ведь тут сейчас застрелить могут, как нифиг делать. А нам надо здоровиться. Патроны к калашу бы не помешали. И все будет шикарно. Я так смотрю, эта машина для нас, видимо, стоит, да? По крайней мере, на это похоже очень. Много патрончиков для калаша. Давай, Глеб, походу для нас это все, нет? Она даже заведена. Да ладно, она заведена даже. Так, поищи аптечку на той стороне. На какой той стороне, ладно, не знаю. Так, там по нам уже стреляют. Вот здесь сейчас обшарим быстренько. Какие здесь закоулки-то, а? Значит, Глебу нужно достать аптечку где-то, да? Пока он совсем не кочурился. Ну и кто это стрелял? Ага, на вышке. На вышке, кажется. Угу, один готов. Там вроде еще одна вышка. Так, еще одна вышка, но здесь... Ага, тоже есть. Все, шикарно. Так, 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 где же Глеб сказал нам поискать аптечку? На той стороне как-то или что-то в этом духе? Что это за та сторона? Я не понимаю, можно вообще так попасть, нет? Ну, вроде бы попал. Так, а Глеб, я смотрю, с нами не хочет идти, да? Ох, блин, лишь бы только он не сдох здесь. Давайте сохранимся еще разочек. Вот так вот. Потому что, мало ли. Сейчас его оставишь, и кто-нибудь там появится, как обычно. Тут как живой, нет, все нормально, ладно.
Давайте попробуем прошариться. Ага. Медпакет подобрали. Блин. Чувак, я только медпакет подобрал, а? Все-таки нужен калаш на таких дистанциях. Ага, вижу аптечку. Это явно как раз то, что нам нужно. Аптечка для Глеба, отлично. Коктейль Молотова, патроны. А для нас тут аптечки нет, случайно? Барбитураты? Ни хрена себе. Наркота какая-то здесь. Так, ладно. Аптечка для Глеба, хорошо, пошлите. Вручим ему эту аптечку. Да, здесь больше ничего интересного. Спасибо. Теперь можно дальше. Так. Ну все, вылечили вроде его, да? Что-то он все равно хромает у нас. А смысл тогда ему давать аптечку, если у него и так здоровье было, в принципе. Неплохо. Неплохо. Ну что, нам на машину нет? У меня прям вот такое подозрение, что вот как будто бы нам надо на машину. Заведенная машина стоит. Одна. Ага, дверь открылась, отлично. Все, теперь я понял, куда нам нужно идти. Через всю вот эту систему, видимо, да? Ну что, Глеб, пошли, 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 давай уже. Все здесь зачищено. Ну нет, не совсем все. Ты-то мне как раз и нужен. Так, у него ППШ. А у нас с патронами все глухо. Не знаю, калаш что ли выкинуть. Жалко калаш выкидывать. В принципе, тема-то хорошая. Зато к ППШ патронов до хрена. Ладно, будем с ППШ бегать. Пистолет я выкидывать не хочу. Пистолет мне еще пригодится. Кто стреляет по нам? А, все понятно. Такс. Да. О, калашик. Ну ладно, в принципе, калаш один. Я думаю, там патронов немного. А, давайте сохранимся. Сохранимся, да, обязательно. Так, замечательно. Куда нам идти, не знаю, но куда-то, видимо, сюда. Больше-то некуда особо, да? Так, что у нас тут? Ага, ППШ. ППШ, сплошное ППШ везде. Так, ладно. Стоп, 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 стоп. Я как чуял. Как чуял. Глеб что-то начал говорить. Точно думаю, надо вернуться. Давай. Уже. Так, 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 так. И вот куда здесь переться? Смотрите, какая большая открытая местность. Влево или вправо, куда, даже не знаю. Давайте сейчас сюда вот сгоняем. Ага, закрыто. Ну все, понятно, значит вправо. Пошли вправо. Здесь, наверное, нам СКС-ка нужна будет.
А, по крайней мере, очень похоже на это. Выходи, хуже будет! И кто это сказал? Иди-ка сюда! Где эта сволочь? Так, и здесь закрыто. Ёперный балет! Ни хрена, вот это подстава. Вот это подстава просто. Глеб, давай присядь, приляг там, я пока разберусь с этими. Что такое? Патроны кончились. И тут патроны кончились. Да ну нахер. Так, ППШ же тоже у нас по одному патрону может стрелять, да? Ну хотя бы так. Хотя бы так. Кто еще там? Да, ну это, конечно, прям почти нереально, но я попал. Так, давайте-ка вот это вот выкинем. Здесь есть снайперка. Вот такая вот отличная. Так, где же она у нас? Вот. С оптическим прицелом. То есть, чем дольше держим на прицел, тем ближе она прицеливает. Прикольно, если сразу нажать. Немножко. Небольшое увеличение. Если долго держишь, то такое вот. Прикольная штука. Так, отходи, Глеб. Давай, нам надо, видимо, на другую сторону. И все-таки оставим ППШ. Хотел я калаш поднять, но как бы нет, не будем. Потому что не будем. Так, отличненько, медпакеты. Ну что, Глеб, давай. Что ж ты не идешь-то? Ага. Понятно, почему он не шел. А теперь ты пойдешь, нет? Нет, стоит. Значит, еще кто-то должен быть, да? Ха! Слушайте, прикольно. Он как будто бы знает, он экстрасенс. Знает, когда должен кто-то пойти. Опять стоит. Ладно. Еще кто-то должен быть, да? Ну, они хотя бы мне сейчас здоровье притащат побольше. Нет, Глеб не идет ни в какую. И что же нам тогда делать? Как бы его сюда выманить? Дверь-то вот здесь открытая. А идти он сюда не хочет. Что же придумать-то бы? Так, все, наконец-то. Наконец-то он решил сдвинуться с места. Значит, здесь больше никого не должно быть. И надо сохраниться. Ну, на всякий случай будем контролировать. Ну, давай, давай, давай. Хотя бы за стеночку вот сюда встань куда-нибудь. Ну, то вдруг там опять кто-нибудь попрется. Блин, я же говорю. Ну, давай, скотина ты такая тупая. Двигайся куда-нибудь, я же не могу пройти сквозь тебя. Ой, мудак, вот мудак. Где? Там кто-то стреляет. Ну? Соизволил наконец-то. Ага. Готовченко. Ух, ну и миссия, ребятки, ну и миссия, да. Одному, конечно, гораздо легче играть. Сразу как-то чувствуешь офигенную такую разницу, что ты один бегаешь. Что когда тебе надо кого-то тащить за собой, еще охранять при этом.
Сейчас так вдоль, наверное, пройдемся вот здесь вот. Аккуратненько. Может быть, кто-нибудь еще там остался. Я не знаю, куда нам нужно идти. Наверное, сюда куда-нибудь. Так, что там Глеб говорит? Как он сейчас, скотина, еще вылезет откуда-нибудь? Ага. Ну, я же говорю. Нет. Врешь, не возьмешь. Ну, у меня подозрение, что куда-нибудь сюда надо. Хотя нет, здесь тупик. Вроде как тупик. Ну, тогда, может быть, сюда куда-нибудь. Ну, ладно, сейчас быстренько, быстренько. Вот. Не получается быстренько. Какая-то уже скотина стреляет. Вот узнать бы, откуда она стреляет. Так, 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 так. А здесь, по-моему, тоже ничего нет, да? В принципе, домик какой-то и все. Ладно, давайте хотя бы до сюда дойдем. Самое главное, непонятно, куда нам нужно идти. Ну, через поезда, видимо. Да? Товарищ Глеб. Ну, пошли через поезда тогда. Я так полагаю, все. Больше у меня идей нет, откуда здесь еще можно куда пройти. Можно вот здесь еще посмотреть. Но здесь явный тупик. Просто явный прям. Давайте еще сохранимся. Длинная нудная миссия получилась такая вот. Тащи за собой этого больного. Хрен пойми, куда еще идти. Но здесь можно пройти. Так, за нами он идет. Отлично, уже хорошо. Значит, в принципе, есть шанс на то, что мы идем правильно. Ну, обойти, видимо, нужно, да? Так-то можно было бы под низом пролезть, но Глеб у нас там не пролезет. Ну да. Давай, Глеб, давай, куда ты пошел-то? Зачем он пошел туда? Как это странно. Странная у него методика. Ладно, давайте сохранимся. Так, можно было и без Глеба до сюда добраться, да? Я так полагаю, прям добежать и все. Ну ладно, давайте на этом сохранимся. И закончим. Всем удачи, всем пока и до новых видео.